Всем привет, меня зовут Эдисон, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом PixelMod. Так, в прошлой серии мы немножко достроили наш домик, и где наш покемон, и прокачали 5 уровней нашему покемону, Шармандер. Так, в этой серии, я думаю, уже начну делать себе покеболы, если останется время, и я найду того покемона, которого я хочу словить. Ну, словлю его, и будет у нас еще один покемон. Так, ну что, начинаем делать покеболы. Собираем это. Так, сейчас нужно посмотреть, как они называются. Так. Априконы. Ладно, будем их так называть. Так. Эти у нас есть, и черные. Черных вроде нет, не знаю. Так, это Пикачу. Пикачу, да. Смешной голос. А ну еще раз. Давай. Пикачу. Еще раз. Давай. Ладно, побежали. Так. Черный не знаю, есть ли у нас. Так как нужно вроде два черных и один желтый. Или наоборот. Но вроде нет. Ну, сейчас посмотрим. Так, иди сюда. Не знаю, есть ли черные у нас. Так, нет, вроде черных нет. Так, эти есть. Ну, так, этого нужно убить. Пум. Да, один удар. Ладно. Так, есть уже один черный. Ладно, потом посажу. Что это такое? Так. Сколько у нас покеболов выйдет? Ну, не знаю, где-то две штуки будет, я так думаю. Так, ну что, поехали. Я уже себе сделал алмазную кирку и добыл 15 обсидиана. Не снял это, потому что просто нету смысла. Так как обсидиан добывается долго и просто терять время. Ладно, так. Булыжник нам нужен. Ну, 6 штук, думаю, хватит, чтобы сделать кнопки. Так. Ставим на переплавку. Сейчас. Вот. Это тоже нужно как бы приготовить. Так, сейчас. Вот. Делаем низ покеболов. 5 штук, да. Думаю, хватит. Так. Молоток. Вот у нас. Ладно. Пока это делается, сделаем низ. Так, поехали. Давай. Вроде все, да. Так, 5 штук. Ну, думаю, где-то 2 покебола будет. Посмотрим. Так, давай. Так, это приготовилось. Ну, почти. Это здесь 5 штук. Еще один. Так. Ладно. Упс. Алмазами. Ладно. Так, все. И это все. Сейчас ставим желтые и забираем камень. С камня делаем кнопки. Ну, 6 штук, думаю, хватит, да. И заканчиваем делать низ покебол. Так. И точно не знаю, ну, сейчас посмотрю. Вроде так, так. И по центру желтые. Да, верно. Уже 2 штуки есть. Так, это, ну, на предпоследнем месте по силе, как бы, поимки покемонов. Сначала идет обычный покебол, потом грэдбол, они чуть-чуть сильнее. Потом вот эти ультрабол, и потом самый сильный мастербол. Так как
Чем сильнее покеболы, тем вероятнее словить любого покемона, да. А самый последний, называется мастер, вообще 100%. Просто кидаешь на любого покемона, и он сразу ловится. Ну, и очень сложно достать, я даже не знаю где. Так. 5. Сколько у нас еще может быть покебол? Да, не может, только 2 штуки. Ну ладно, не хватает одной черной. Так, давай. Еще. Так, это есть. Кнопки есть. И низ тоже есть. 2 ультрабол будет. Вот так. Сейчас делаем сразу. Так, это вверх. Это кнопки посередине. И низ вот тут. Ультрабол. Готовы. Так. И сейчас бежим. Так, двери. Закроем. Так. 2 ультрабол. 2 ультрабол. Так. Сейчас. Это уже дозрело. Ладно, соберем. Так, желтый у нас куча. А вот черных вообще нету. И это плохо. Так, что-то не собирается. Так, выкину я. Ну не знаю, выкину. И будет вот это. Так. Соберем. Так. Сейчас поехали дальше. Если повезет, по дороге найду еще черные априконы. И сделаю еще покебол лав. Так, сейчас идем искать того покемона, которого я хочу словить. Так, что-то мы голодные, а жрачки вообще нет. Ну ладно. Съедим это. Так, ладно. Сейчас идем искать покемона. Magikarp называется. Он вообще очень слабый к 20 уровню. Но потом у него такая эволюция очень сильная. Вот, кстати, он. Magikarp, ладно. Сейчас попасть бы в него. Так, попали. Главное не убить. Так, сейчас попробуем его словить, если получится. Выбираем Pokeballs, Ultra Ball. Ожидание. Ну что, ждем. Посмотрим, получится. Или нет, не знаю. Давай. Ловись, рыбка. Какая ты, большая или маленькая? Сейчас посмотрим. Так. И мы словили нашего второго покемона. Дохлую рыбу. Ну ладно. Так. Наш Шармадер тонет. Плавать не умеет. Ну ладно. Пойдем вылечим наших покемонов. И может... Нифига себе, 39 уровень. Так, это зеленые. Зеленые нам не нужны. Так, и как назло, когда у меня не было покеболов, где-то тут бродил Пикачу, да. А сейчас его вроде нет. Убежал. Сволочь. Да, нету его. Ну, может, если повезет, потом еще встретим одного. Так, желтые. Дозрели. Так, лечим нашего Шармандера и дохлую рыбу. А, какой покебол? Желтый и черный. А это обычный. Красный. Так, вот. Так, 2 покемона уже. 12 уровень. Magikarp и 15-й этот, Шармандер. Да. Magikarp. И тут один был. Ну ладно, не важно. Так, а может... Самого легко качаться здесь вот так. Например, выбираешь одного покемона. Если он вообще атак не имеет эту, но эта атака вообще урона не наносит. И сразу выбираешь второго покемона. Так, и убиваешь, не знаю,
Выиграл я или нет? Посмотрим. Ну ладно, если убиваешь покемона, и так как выбираешь, например, одного покемона, потом меняешь на второго покемона, если у тебя 6 покемонов, меняешь на третьего, и так меняешь 6 покемонов, и каким-то покемоном убиваешь, ну, того покемона, против которого ты сражаешься, и опыт дает всем твоим сразу покемонам, которые были в бою, вот видите, дал дэмэдж, дал опыт и Мэджикарпу, и нашему Шармандеру. И наш Шармандер на 16 уровне превратился в, как он называется, Шармиллион, да. Во, так, где он? Ну, какой красавец. Насастый. Ладно. Шармиллион. Пошли. Величим. Так. Ладно. Побежали. Уже одна эволюция у нас произошла. Нашего Шармандера. Шармиллион. Так. Так. Так как я говорил, можешь выбрать сразу 5 покемонов, как бы поставить их в сражение со вторым покемоном, и потом выбрать 6-го покемона и убить другого покемона, и опыт сразу пойдет как бы всей твоей банде покемонов, которые у тебя есть. Так, сейчас, ну не знаю, может еще прокачаем несколько уровней нашим покемонам. Хочу этого. А, напал на нас. Ну, его мы не убьем. Да, не убьем, так как он очень сильный. 27 уровень. Булбасаур, вторая эволюция, Ивозавр. Так. Мэджикарп. Ну, он вообще урона не наносит. А ну, посмотрим. Да, вообще, только получает. Конечно, что дохлая рыба может сделать? Ну ладно. Ну сейчас вот мы и умрем. Да. 1 хп. Да. Что будем делать? Ничего. Ладно. Так, где этот? Возвращаемся домой. Лечить наших покемонов. Так как очень хочу того покемона, его завод, вторую эволюцию, но он очень сильный. Очень. 16 уровень на Шармиллион. Не знаю, думаю, не потянет его. Ну, хотя я почти его убил, ну, не знаю, посмотрим. Еще раз попробую. Нет, так нет. Ладно, пошли. Рубикс. Так, хватит уже желтых мне. Давайте темных. Черных. Так, Баттерфри. И ты тут. Так, иди сюда. Да, с одного удара. Ладно. Да. Так. Момент истины. С одного удара? С двух? Ладно. Еще рано на него нападать. Ну что ж, в этом эпизоде мы сделали себе первые покеболы. Словили еще одного покемона, Мэджикарпа, рыбку. И все. Что ж, думаю, на этом можно заканчивать, так как этот эпизод был только ради покеболов и, может, одного покемона, что я, в принципе, и сделал. Ладно, думаю, можно заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.